ветик. У нас на улице просто неимоверная жара, опять 32 градуса. Такое ощущение, что лето снова началось. Но, к сожалению, уже оно заканчивается, конец августа. У нас работает вентилятор, вот наш старенький, там видно его, да? Он не очень громкий, но так приличненько дует. Без вентилятора вообще сейчас никак. Я последние деньки в отпуске. В субботу мне уже на работу. Чему я несказанно рада. Хватит отдыхать, нужно иногда и работать. И сейчас я хочу готовить. Сережа после работы отдыхает. Я там помыла его термос, ну, рюкзак разобрала. Сейчас хочу сделать котлеты в духовке и баклажаны на новом гриле. Грилем я уже несколько раз пользовалась. Очень довольная штучка. Прям вот просто я в восторге. Я и шаурму уже там делала, и сэндвичи делала. И делала запеканку. Запеканку я хотела показать вам. И как обычно, что-то пошло не так. Я вроде включила камеру, но она не включилась. И я там немножечко ролик вставлю, да, что у меня уже получилось в итоге. У меня сегодня просто тоже еще хотела сказать вид такой, да, вот лопнули сосуды в глазу. У меня это часто бывает, и именно почему-то на левой стороне. Ну, ничего страшного, потом это через несколько дней проходит. Я здесь уже занимаюсь готовкой. Сейчас подготовлю овощи для гриля. Затем сделаю фарш на котлеты. Все уже почистила. Я всегда так делаю. Сначала все нарежу, начищу, а потом уже начинаю готовить. Как-то так удобней. Вот всегда, вот, когда почему-то готовишь, наверное, у всех так на кухне. Такой раскардаш. Сильно тонко не буду баклажаны нарезать. Или можно было бы шайбочками, наверное. Но уже все начала. Здесь у меня фарш, говядина, свинина, это я все смешаю. И я делаю котлеты последнее время только с овсянкой. Ее замочила водичкой, затем туда лук, как обычно, да, на обычные котлеты. Они получаются очень вкусные, при этом калорийность снижается. И котлеты давно не жарю. На сковородке, на масле запекаю в духовке. Либо делаю на пару, и получаются совершенно разные блюда. Фарш сейчас я буду вымешивать. У меня здесь одно яйцо, овсяная крупа. Лук я перебила блендером. И фарш, соответственно, соль, перец, чесночок тоже здесь. Фарш вымешивается, будет настаиваться. Я ставлю овощи грилить. Буду жарить овощи. Вот посмотрите, к грилю прилагается вот такая табличка, да, здесь написано наименование всех овощей и при какой температуре лучше их приготовить. То есть выбирается температурный режим и готовятся овощи. Для баклажанов нам понадобится температура 220, то есть вот такой оранжевый. И паприка также, поэтому... Еще хочу показать, да, запускается это таким образом. Видите, можно выбрать выпечку, курицу, погрилить сэндвичи, сделать колбаски, мясо, рыбу. Желательно все, чтобы не было острых каких-то косточек, потому что повредятся плата. И есть еще вот такой температурный режим, который можно выбирать, так, чтобы вам было видно, которым я буду сейчас пользоваться. Таким образом это выбирается, меняется цвет, немножко отсвечивает, наверное, плохо видно. И вот такой, да, желтенький. Мне нужен оранжевый. Я нажимаю на ОК, это все уже начинает разогреваться, и я буду выкладывать баклажаны. Наверное, сделаю вот так.
они будут запекаться. Гриль подает сигнал, когда он нагрелся. И смотрите, такая красота получается. Я ни капельки масла не добавляла. Вы, наверное, будете слышать постоянный шум. Это работает холодильник. Он почему-то сумасшедший. Охлаждает и охлаждает. Папричку. Платы снимаются и очень легко моются. Грильные овощи готовы. Баклажаны, перчик. К ним я сделала соус. Йогурт, чеснок, укроп, немножко паприки и соль. Очень вкусно. Все вместе. Котлетки готовы. Я вот оставила еще, которые немножко в сторонке. Они подсынут, потом решу, что с ними сделать. Эти я половину пропарила в соусе. И гречка. И грильные овощи. Ножку нужно выбрать. Красный цвет. Нажимаем ОК. Все. Ждем, когда будет готово. Вот такую красоту оптигриль сварганил. Посмотрите. Все запеклось. Вкусно. Девочки, была в Росмане, закупилась химией. Потрачено денег вот столько. Изначально сумма была такая. Но у меня скачано предложение от Росман, где есть скидочка на 10%. И в этот раз была скидка на сухой шампунь 20%. И в итоге получилась вот такая сумма. Покажу, что купила. Купила женские штучки, как всегда. Берем в сторону, чтобы глаза не мозолили. Я на кухне. Огромную упаковку туалетной бумаги, там 20 штук, она стоила 5,25. Естественно, сюда тащить не стала. Показывать туалетную бумагу тоже не буду. Покажу, что купила по мелочи, да, остальное. Жевательная резинка, Ойра 29, что-то. Всегда покупаем, доча без нее не может. Затем я купила себе вот такие зажимчики для волос, крабики маленькие. Хочу отрастить челку. Попробую с ними как-то, не знаю, приспособиться, чтобы надолго ли меня хватит, не знаю. 1,49 €. Пробую, в общем, отрастить челку. Затем я купила себе вот такой карандаш для бровей. Он такой светло-коричневый от Catrice. Стоил 2,45 €. Тон называется Адаи. Вот такая кисточка с этой стороны. Карандаш. Покажу свотч. Вот такой светлый карандаш. Брови я крашу такой краской долгоиграющей, но иногда хочется подкорректировать что-нибудь карандашом. Вот купила себе такой карандашик. Сейчас будет грязная рука. Ну ничего. Затем зубные щетки. Папе вот такую черную. Первый раз взяла такую фирму. Дешевые щетки. Нужно было срочно поменять и как-то вот что-то щетки дорогие все, я вот решила взять подешевле, попробую. Папе черный, нам с дочей уже такие более теплые тона. Щетки по 99 € были. Затем вот такой Нагельхаут Шнайда. Обрезать сухую кожу вокруг. Ну вот здесь вот, допустим, у меня кожа очень сохнет, пользуюсь вот такой штучкой. Мне нравится. Часто покупаю, они тупятся, и вот эта штучка часто ломается. Затем Сережа купил себе вот такие леденцы без сахара. Они такие мятненькие, нравятся ему. 1,69 € стоили. Купила гель для душа Отдав с ароматом лотоса, с рисовой водой. Написано, что не содержит никаких сульфатов. Прям очень-очень нежный ароматик такой. Стоил Ойра 35. 1,35 €. Затем появилась новиночка. Это ополаскиватель для волос от Исана.
Это фирма от Росмана. Я хочу сказать, что это новинка. Сила цветов. Пахнет очень-очень вкусно. Пассион с блюдой и райс ойл придает глянец, да, волосам, блеск. Стоила эта штучка 2,49. Я хочу сказать, что недешево для фирмы Исана. Ну вот попробуем такой ополаскиватель. Затем для волос дальше купила маску. Маска уход с миндальным молочком и медом. Для секущихся и ломких волос. Это удовольствие стоило 3,95. Очень-очень вкусно пахнет. Так что буду лечить волосы. После лета очень пересушенные такие тусклые волосы стали. Хочу попробовать маску. Затем папе мы купили шампунь. 3,75 стоит. Также для волос сухой шампунь. Я вам показывала в чеке, да, что было 20% скидка. Стоило 3,15 минус 20% скидка на каждую бутылочку. Ну, немного, но все-таки. В общей сложности, да, получилось 63 цента с двух бутылочек. Пользуемся с дочерью вдвоем, поэтому купила 2, и нам хватит надолго. Затем купила вот такой ополаскиватель от Odalmed. Все в одном написано. От всего защищает, от всего избавляет. Такой не очень, как говорится, термоядерный вкус и без алкоголя. Такой ополаскиватель стоил 2,75. Свежая мята. Попробуем. Затем купила порошочек от Pervol для всего белого. Стоит gratis тесты. Сейчас попробуем посмотреть. А, к сожалению, 7 июля закончилась эта акция. Можно было скачать чек, загрузить, да, в программу, и деньги бы вернулись обратно за эту бутылочку. Ну, ничего страшного. Такой порошочек стоил 3,35. Затем я купила для цветного белья от Шпей. 3,45 стоил. Ополаскиватель. Мой любимый Ленор. Альпийская свежесть. Все равно всегда возвращаюсь к нему. Стоил 2,95. Рассчитано на 62 применения. Но что-то прям жидкий-жидкий такой. Не знаю, взяла вот огромную бутылку. Ну, посмотрим. Насколько хватит, настолько хватит. Так, что еще из покупок было? В Тайсоне мы купили вот такие хрустяшки, подушечки, которые стоили по 40 центов. И упаковочку жидкого корма. Какая-то новиночка появилась. Давно не были в Росмане или не обращала внимания. Вот такие пакетики. Здесь 8 штук. Стоили они 2 евро 39 центов. Один уже Тайсон скушал охотно, причем. Ну, я думаю, что будет все равно перебирать. Ну, вот, собственно, все покупочки, которые были в Росман, я вам показала. После Росмана мы еще заезжали в русский магазин за арбузом. У нас ужасная жара, вот просто 33 градуса. Хочется чего-то такого холодненького, но мы заезжали в русский магазин, который называется «Леда». И когда мы там, вот удержаться и не купить вот эту прелесть просто невозможно. Она выглядит ужасно. Это селедка. Да-да-да, это селедка. Она продается вот так, без головы. Выглядит она ужасно, на первый взгляд. Называется селедка по-норвежски. Девочки, это не реклама. Но если кто-то живет в Берлине или у вас есть магазин Ледо, селедка по-норвежски стоит 99 центов одна штучка. Но это... Ой... Ажно давлюсь уже, хочу селедку. Очень-очень вкусно. Она такая нежная, слабосоленая. Так что, если кто будет в этом магазине, обязательно возьмите. Не пожалеете. Сейчас я ее порежу. Я ничего к ней не добавляю. Никакого лучка, никакого масла, потому что она съедается вот просто на раз, два, три.
Еще, наверное, запеку картошку, потому что я очень давно не ела картошку. И вот с селедкой хотя бы немного насладиться.